Всем привет! Это видео для того, кто не верит. Это реально VMware Workstation. Давайте я даже докажу. Погодите. Ну, здесь тут написано VMware Workstation 16. Вы мне уже верите. Вот, давайте я даже в настройки зайду. Ради права. Чтобы вы верили, какие у меня там параметры стоят. Вот, если кто шарит, то вот. Я вам показал такие вот настройки. Давайте я даже создам свою виртуальную машину. Мы создали виртуальную машину. Вот. Нажимаем на CD сюда. Я даже... Давайте даже на LTSC попробуем, которая у меня вставала. Вот. Образ. Образ. Давайте мы его попробуем. Вот он. Так, выглядит. Вот где он. Вот он, вот так он выглядит. Короче, давайте мы его попробуем запустить. Черный экран. Черный экран. Я ничего с этим не могу сделать. Черный экран. Все, черный экран. Окей, давайте попробуем воткнуть оригинальный образ индивидуума. Окей. Вот к нему мы оригинальным образом делились. Где-то вот здесь валяется. Вот, не делись. Вот оригинальный образ делись. 20.04. Вот, почти 4 видимо. Кто понимает, вот, здесь 4-4 видимо. Это 30 видимо, попробую поставить, потому что я его не ставил. Смотрим. То же самое. Окей, давайте пробуем поставить 3 стереотипа битвы. Вдруг что получится. Давайте мы изменить настройки, параметры. Windows 10 и Windows 10 просто обычный Windows. Пробуем обычный Windows оборудование. Сюда. Только мы этот файл выбили, вот, x86, если вы видите, x86, а тут было, вот, а тут было у нас, подождите, у нас было x64, выбираем x83, посмотрю, если удобно, и нажимаем ОК, нажимаем запустить, да, не смотрим, если 4-битная, на самом деле здесь 32-битная, если что, все, окей. Запускаем. Вдруг ему просто мало памяти. И что вы думаете? То же самое. Абсолютно то же самое. Черный экран просто. Вот. В принципе. Вот я вам что хочу сказать. Не получится у меня на днях такое видео снять. Тесты с Windows. Потому что... Сами видите, что происходит. Я лучше импортирую этот образ 4-битный. Вот даже посмотрите. 60x64. Короче, вот. Даже если я в био зайду, все равно то же самое. Тут, давайте попробуем на этих сборках в BIOS. Вот. Вот. Да то что сейчас это я боюсь. Там 4-битный. Да. Да, вот 64. И
Так, да, 4-5. Запускаем. Блин, мне надо было запускать, надо было в билд идти. Окей. Приключение войти в режим билд. То же самое, абсолютно. Абсолютно то же самое. Я могу проверить даже на семерке, но мы на семерке все видели. Вы на семерке все. Окей, давайте я даже. Я где вертолет? Вы понимаете, чего? У меня только что весь мир полетел. Надо его приостановить. И он вошел в биос. Вот видели, в биос вошел. Чего? Ой, давайте еще раз. Вот. Вот он, вот это все, это биос. Окей, у меня тут появился другой план. Сейчас мы его просто запустим. Просто мы его перезапустим. Просто мы его выключим. Что видно, да? И войдем просто в. Просто в. Будь мини просто обычным. И приостановим виртуальную машину. Окей. Там было написано boot, он вот это все, вот это boot, он и сидит, boot from sleep, ну, вот это. Короче, вот. Давайте, ну, короче, баги с виртуалкой. Некоторые писали, что это не ты, типа, снял, короче, вы меня поняли. Походу, он по экрану вот этому все читает, а обычно он не читает, короче. Где получил 8-7 минут, ну, так что если что, пишите мне в комментариях, что надо делать. Виртуализация у меня еще включена. Он бы не бы не дал, была бы посередине его ошибка, то что вот здесь где-то он включил виртуализацию. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ну и всем покедова. Не сам свет снимать.